Полчаса в день. Достаточно ли этого времени, чтобы создавать шедевры? Елена Русеева из Первоуральска уверяет, что достаточно. Как ей не поверить, если у женщины 9 детей, и при этом она успевает заниматься изготовлением уникальных семейных фотоальбомов. В нашем сюжете о том, как можно все совмещать. Вот пока сейчас вот печется пицца у меня, да? Я примерно знаю, что минут 15-20 у меня есть. Выкроить минутку на рукоделие у Елены получается не всегда. Она мать 9 детей. Но воскресенье в семье Русаевых день отдыха, поэтому сегодня никаких домашних дел. Пока дети во дворе, Елена занимается своим хобби – скраббукингом, изготовлением альбомов и открыток. Рабочее место обустроил муж. Очень хочется просто душевно где-то реализовать себя. И вот скраббукинг – это то, что можно кропотливо посидеть, помедитировать, повырезать бумажечки. Сотни мелких деталей – ленты, пуговицы, стразы и десятки видов бумаги. Из всего этого Елена делает альбомы и открытки на продажу. Каждая вещь в единственном экземпляре. Но многодетная мама из тех сапожников, кто все-таки с сапогами. Для своих детей тоже сделала такие книги с фотографиями. Сашенька вот наш, он очень любит воду, пить любит прямо вообще. Ну вот это тематическое. И последний наш Митя. Такой маленький цыпленочек. Скраббукинг в переводе с английского – книга из вырезок. Этот вид рукоделия уже стал искусством, которое заключается в оформлении фотоальбомов. Творчество в этой семье передается генетически, смеется хозяйка дома. Ее старшие Диана и Аня посещают художественную школу. «Жар-птица» и «Алый цветок» выполнены в технике батик. По ткани, когда ты капельку краски капаешь, она так растекается красиво. Больше мне нравится натюрморты рисовать, там живопись вот это вот красками акварельными. Не нравится мне штриховать, это рука вся болит и вся черная. Самая младшая из дочерей Русеевых Катя тоже старается подражать матери и сестрам. Старательно раскрашивает картинки. 5, 6, 7, 8, 9, 10. У мужской части семьи Русеевых свои увлечения. 4-летний Саша строит башню из кубиков, которые своими руками сделал папа. У Тимофея ракета, а Колян, так называет его мама, строит дорогу. У годовалого Дим-Димыча машинки. Но все бросают дела, когда из духовки достают воскресное блюдо. Сегодня это пицца. И большая семья собирается за столом. Елена Стрелецкая, Светлана Бахмянина, Александр Захаров. Новости Первоуральск.